Отношение к делегации, отношение было очень теплое, программа была очень насыщенная. Самый важный документ, который был подписан и над которым мы вместе с вами очень много работали, это документ о безвизовом сообщении между нашими странами. Если посмотреть, Турция, около 75 миллионов человек. И посмотреть на маленькую Гагаузию, 160 тысяч человек. Великая держава. А посмотрите, как системно работая, маленький народ, малый по численности народ, способствовал тому, чтобы этот безвизовый режим был снят. И мы действительно создаем комфортные условия для жителей Республики Молдова и для жителей Турции, где могут ездить друг к другу без виз. Это своего рода возможность мелкому и среднему бизнесу Турции более мобильно приезжать сюда, в Республику Молдова, и рассматривать варианты открытия своего бизнеса. То есть это обязательно повлияет на инвестиционный климат. Я вручил господину премьер-министру Турции наше пожелание скорейшего завершения проекта водоснабжения города Вулканешты, завершения проекта водоснабжения в городе Камрад, строительство межпоселковых дорог 124 километра, асфальтового покрытия, те населенные пункты сельской местности, которые не имеют твердых дорог, связывающих с артериями транспортными республиканскими. И есть еще там проекты, к которым мы обратились. Думаю, что сейчас там будет идти работа аналитическая. И весной, когда премьер-министр Турции приедет, и он обязательно посетит Гагаузию, будут объявлены сроки, время, когда это будет начато и будет реализовано на территории Гагаузии.